Вредность. Хорошо это или плохо? Ну, очевидно, вредные люди неприятные. Вредные люди доставляют нам массу хлопот. Когда встречаешь вредного человека, думаешь, боже ты мой, можно вот как-то без тебя в этой жизни жить. Но с другой стороны, если подумать про вредность как проявление каких-то других качеств, может быть, это педантичность, может быть, это желание порядка. Может быть, человек хочет сделать лучше. Ну да, может быть, тот инструмент, который он использует для того, чтобы добиться результатов, не очень хороший. Но каковы его действительные мотивации? Почему ему хочется что-то изменить и как-то вот на нас повоздействовать? Подумайте, может быть, среди ваших близких, знакомых есть вредные люди, но их вредность из благих побуждений. Может быть, есть возможность как-то помочь им с этим делом справиться. Или, может быть, вообще это качество, которое просто надо презреть и вообще просто таких людей игнорировать. Поделитесь в комментариях, мне будет очень интересно.